Граждане, которые не зарегистрировали свое недвижимое имущество в течение 6 месяцев, будут выплачивать штраф. Об этом заявили представители Департамента юстиции в ходе круглого стола. Данное заседание проводилось с целью выработки единой практики по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Подробнее далее. На собрании сотрудники Департамента юстиции делились мнениями и предлагали свои решения по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество. По закону регистрация должна проводиться в течение 6 месяцев. Однако, по словам сотрудников департамента, многие граждане, а именно физические лица, просто-напросто не регистрируют свое имущество. При том, что в законе есть статья, которая предусматривает ответственность за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость. Для чего эта статья была введена? Не для того, чтобы именно наказывать людей и карать, а для того, чтобы как бы вести единый кадастр, то есть вести учет недвижимости, то есть за кем закреплено право собственности, для того, чтобы люди своевременно регистрировали право на недвижимость. Как отмечает судья Алма Гулиакенова, незнание закона не освобождает граждан от административной ответственности. Поэтому есть определенный срок для регистрации своего права на недвижимость. А в случае непослушания данного закона граждане выплачивают штраф в размере от 10 до 20 месячных расчетных показателей. То если суммарно брать, то штраф от 16 180 тенге, это минимальный штраф, до 32 360 тенге. Вот такие вот штрафные санкции предусмотрены за несвоевременную регистрацию прав на недвижимое имущество. Нурила Туржан, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский.